Прихожане Иоанна Предтеченского храма Венева после всеночного бдения и панихиды не спешили домой, а направились в небольшое помещение крестильни, где должна была состояться первая встреча и лекция епископа Веневского Феодорита. Как и первые христиане, веневцы в тесноте, но не в обиде, внимательно слушали и обсуждали в ходе выступления ключевые понятия, связанные с божественной литургией, а также евангельские события, в ходе которых была установлена Евхаристия. Поговорим о происхождении литургии, о терминах. Мы их часто употребляем и не совсем понимаем, откуда все это идет. Вот, например, слово «обедня». Мы тоже поговорим, откуда это слово идет, «обедня». Это первая огласительная беседа из цикла «Изъяснение божественной литургии». Подобная практика применялась еще в древней христианской церкви. Оглашением принято называть церковно-образовательную и просветительскую деятельность по подготовке к крещению уверовавшего в Христа человека и желающего вступить в церковь. В данном случае в качестве оглашенных выступали прихожане Иоанна Предтеченского храма Венева. Все они уже крещены, и подобная практика прежде всего нацелена на их просвещение. Необходимость проведения таких встреч обусловлена нехваткой знаний порой элементарных азов православной культуры. С их помощью происходит приобщение человека к церковной полноте. Вот оно, как Господь собирал, вот он же сегодня рассказывал, как они все там шли. Непонятно, что они там шли, да? Вот и мы пришли, вот эта толпа, сели сегодня здесь и сидим вот с таким желанием еще больше познавать что-то там, да, чтобы Владыка еще что-то сказал. Может быть, то, что мы вот и не знали, а мы и не знали, но мы вот теперь будем знать, теперь будем приходить, да? Вот такой толчок, такое мощное движение, такое вот, ну, понимание всего этого. Столько все это взвешено, продумано, интересно. Это действительно как глоток свежего воздуха. Следующая лекция запланирована на 17 марта, пятницу третьей седмицы Великого Поста, 18:00.